Здравствуйте, мои дорогие! Христос посреди нас. Вот мы снова встретились, чтобы читать Евангелие. Мы продолжаем с вами читать Евангелие от Луки, 6 главу. Сегодня будем читать 23 зачало, стихи 12-17. Для тех, кто впервые с нами, поясню, что мы, согласно нашей русской православной церковной традиции, читаем Евангелие по-церковно-славянски. Это помогает нам лучше понимать богослужение и прикоснуться немножко к нашей древности. Итак, «Бысть же во дни тыя, изыди в гору, помолитеся, и бе обнощь в молитве Божии, и егда бысть день, призва ученики своя и избра от них 12, их же и апостолы нарече, Симона его же именова Петра, и Андрея брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона нарицаемого Зелота, Иуду Иаковля и Иуду Искариотского, иже и бысть предатель». Вот такое маленькое совсем зачало, а такое важнейшее событие происходит. Христос избирает апостолов. У Христа было много учеников, было много слушателей, было много тех, кто регулярно приходили к Нему послушать Его. А вот Он избирает из них особых 12, которые станут Его посланниками, Его уполномоченными вот в этом мире, и посылать Он их будет, как овец среди волков, посылать их будет на тяжелый труд, на опасности, лишения, мучения. Ведь подумайте, все без исключения апостолы, кроме Иоанна Богослова, да, которым вы знаете наверняка, все ведь окончили свою жизнь мученически. То есть все они посвятили Христу свою жизнь, отдали Ему свою жизнь без остатка. И Он их избрал. В какой-то момент они Его узнали, они за Ним пошли, да, их сердце откликнулось. А вот теперь Он их избирает, из всех учеников избирает их для особого служения. Как потом апостол Павел сказал, кого полюбил, того и избрал, а кого избрал, того и испытал. Вот действительно на примере святых апостолов, на примере их жизни, многоскорбное служение, мы с вами можем и на свою жизнь немножко по-другому взглянуть, и на свои испытания. Ведь недаром говорят, раз Господь испытывает скорбями, значит, любит. Как сказал святитель Феофан Затворник, человеку с Богом трудно. Да, действительно так, потому что нам бы послаще поесть, помягче поспать, отдохнуть, а Господь нас заставляет трудиться для того, чтобы мы спасались. И вот апостолы, святые, в этом нам пример. Жили они себе, жили, рыбу ловили, да, встретили Христа, полюбили Его, открылось их сердце, узнали в Нем Господа. А некоторые не сразу узнали, сперва как за человеком за Ним пошли. И вся жизнь их переменилась. Господь их самих в сети уловил и всю жизнь их переменил. Но что бы мы с вами делали без апостолов? Кто бы нам донес веру Христову? Как бы мы узнали, если бы они не крестили людей, те бы ученики апостолов следующих, и так от апостолов до наших с вами вот сейчасшних уже, да, священников, владык, старцев, да просто до нас, христиан, весть благая доходит от человека к человеку, да, фактически вот непрерывной вот этой цепью. И вот мы видим, что перед избранием апостолов Христос молится. Он идет ночью. Ночью молиться, как нам святые говорят, очень хорошо, потому что тишина, никто ничего не отвлекает и не мешает, душе легче сосредоточиться. И вот Господь идет в горы. Тоже, да, для того, чтобы совсем быть уединенному, и гора символизирует и духовный подъем, как бы восхождение человека, и молится. Что за горы, в которые пошел Христос? Ну, все это вообще происходит на берегах Галилейского моря. Если говорить о высоких скалах, то вот в той части, где Капернаум, чуть-чуть южнее Магдала, прямо над Магдалой Арбельские горы возвышаются. Вот, может быть, туда Христос и удалился, тем более, что там очень много пещер. В этих пещерах потом, после второго восстания иудеев, уже они скрывались, повстанцы скрывались от римских солдат, к сожалению, были все убиты. И вот
там мог молиться Христос. И вот когда он возвращается обратно к Капернауму, его уже ждут люди в долине, видимо, в одной из долин, и приносят ему болящих, как всегда, окружают его с болящими. Господь откладывает свое важное дело, избрание апостолов, он сперва исцеляет. И, что интересно, пришли послушать его и исцелиться, как сказано. Вот Феофилакт Болгарский, свидетель Феофилакт, говорит нам, что здесь происходит двойное исцеление. От слушания Господа исцеляется душа и тело, да, то есть Господь исцеляет и душу, это значит послушать его, и исцелялись от него. Это об исцелении уже телесном говорится. И вот, совершив все это дело, позаботившись о несчастных, Христос приступает к главному. Он из учеников выбирает 12. И вот здесь в Евангелии мы с вами имеем их имена. И давайте кратко о каждом из них хотя бы два слова скажем. Ну, прежде всего, конечно, это Симон Петр и брат его Андрей. Петр и Андрей были потомственными рыбаками. По преданию, их отец Иона тоже был рыбаком. Так что у них была такая артель – отец с сыновьями. Ну, как, собственно, тогда было и принято. Вы знаете, что про апостола Петра столько известно, что тут можно, думаю, не рассказывать, да? Про апостола Андрея тоже, что он проповедовал до Днепра, как многие считают, в Киевской Руси даже. И оба апостола были распяты и приняли мученическую кончину. Скажем чуть подробнее о следующих двух. Это Иаков и Иоанн. В других местах их называют Иаков Зеведеев и Иоанн. Это дети рыбака Зеведея. Мамой их была Соломия, которая упоминается среди жен мироносец. Это она подходила ко Христу и просила: «Когда ты возьмешь царство, пусть один из моих сыновей сядет по правую твою руку, а другой по левую». Помните, вот такое материнское, доброе, но тем не менее такое очень мирское желание, да, чтобы ее детки были самыми приближенными к царю Мессии. Ведь поначалу апостолы все видели в нем будущего царя Израилева. То есть они надеялись на какое-то земное разрешение вопроса, на земное разрешение их страданий, тягот от римлян-оккупантов и так далее. После сошествия Духа Святаго на апостолов Иаков Зеведеев проповедовал в Испании, а потом вернулся обратно в Иерусалим. И здесь подвергся большим гонениям со стороны иудеев, фарисеев. И по доносу царь Ирод Агриппа, правивший в то время Иерусалимом, арестовал Иакова и его обезглавили. У католиков есть такое предание, что после казни Иакова его мощи, его тело было положено в лодку и пущено по волнам Средиземного моря, и что лодка эта приплыла сама собой по воле Божией в Испанию, в один из городов около моря, и там мощи обрел отшельник, который хранил их в своей пещере. Потом на какое-то время они пропали, потом были обретены заново и оказались по приказу одного короля испанского в городе Сантьяго де Компостела. Там стоит знаменитый собор, построенный в честь Иакова Зеведеева, великолепный собор, и туда совершают паломничество католики. Для них это место, наверное, второе после Иерусалима. Вы, наверное, слышали, может быть, читали, что нужно идти очень долго пешком туда, да, и многие идут даже на коленях с большой верой, совершают этот вот паломнический путь к мощам святого Иакова Зеведеева. Иоанн же, брат его, проповедовал в Эфесе, как мы знаем. У него в доме жила Пресвятая Богородица Иоанна Богослова. Ну, до этого Иоанн Богослов стоял при кресте, я думаю, вы это все хорошо помните, можно не повторять здесь. И впоследствии Иоанн Богослов окончил свою жизнь на Патмосе, и очень таинственный святой, потому что нет его мощей, никто не знает. Скорее всего, он был взят на небо с телом, как и Пресвятая Богородица, такой особый, любимый ученик Христа, апостол Иоанн Богослов. Дальше идут Филипп и Варфоломей. Филипп был родом тоже из Вифсаиды, как и Петр и Андрей. То есть они все были знакомы, знали друг друга, скорее всего, даже, может быть, с детства. И вот апостол Филипп был, в отличие от Петра и Андрея, не рыбаком. Апостол Филипп был книжником. Он с детства учился закону. В то время в школу же не всех отправляли. И закону учиться у какого-то раввина тоже, да, это не было так. Обязательное образование не существовало. Так вот, у Филиппа, видимо, семья такая была, что они его с детства отдали учиться грамоте, потом закону, и он был книжником, то есть толкователем закона. И, как говорит святитель Дмитрий Ростовский,
В житии апостола Филиппа он с детства мечтал увидеть Мессию, и когда наконец встретил Христа, сердце его чистое узнало Господа, и он побежал рассказать другу своему, а друг у него был Нафанаил. Нафанаил был родом из Каны Галилейской. Мы не знаем, чем Нафанаил занимался, может быть, он тоже был книжником, не сказано в Евангелии. Нафанаил сидел под смоковницей и рассуждал о Мессии. В тенечке сидел, чтобы голову не напекло. Прибегает к нему Филипп и говорит: «Мы нашли того, о котором писали Моисей и пророки в законе». Вот на этом основании, скорее всего, предание есть, что он был книжником, то есть он хорошо знал Священное Писание. И говорит: это, говорит, Иисус, учитель из Назарета. Нафанаил говорит: что доброго может быть из Назарета, из маленькой, крохотной, совершенно затерянной в горах деревушки? Пророк должен откуда прийти? Из Иерусалима, да, как-то из каких-то мест, а ну никак не из Назарета. Вот в связи с этим апостол Филипп упоминается. А дальше вы помните, Христос подошел к Нафанаилу и говорит: вот истинный израильтянин, в нем же нет льсти. Откуда ты меня знаешь, говорит Нафанаил? А Господь говорит: под смоковницей видел тебя. То есть Христос, не присутствуя рядом, находясь в другом месте, уже знал об этом разговоре и о его мыслях. Да, ты думал обо мне под смоковницей, я тебя в этот момент видел, потому что я твой Господь. И вот апостол Филипп. Апостол Филипп также упоминается во время чуда умножения пяти хлебов и рыб. Иоанн Богослов, пяти хлебов в смысле двух рыб. Апостол Иоанн Богослов об этом упоминает. Он говорит, что там так описывается, что Христос, видя, что очень много людей, уже поздно, спрашивает Филиппа: где нам купить им покушать? То есть Господь знал, как Дмитрий Ростовский считает, что у Филиппа был такой недостаток, он в Христе больше видел человека, то есть великого учителя, праведника, будущего царя Израилева, Мессию, как бы забывая, что он Бог. И Господь хотел ему об этом напомнить, немножко дать ему урок. И Филипп говорит: на 200 динариев нам нужно пойти. А где нам купить хлебов, чтобы их накормить? На 200 динариев недовольно будет хлеба, да? И тогда Господь говорит ему, что вы дадите им есть. Благословляет хлебы и рыбы, и они умножаются таинственным образом, хватает на всех. Также это апостол Филипп на Тайной вечере говорил: «Господи, покажи нам Отца, и довлеет в нас, с нас». То есть, как бы: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас», да, на современном языке. То есть, опять же, Филипп хочет понять, кто он, этот Мессия. Если он действительно сам Бог, мы хотим это увидеть. То есть вот Бога человечества Христа никак ему не открывалось. И благодаря нему, благодаря его вот этому вопросу, просьбе, мы получаем от Христа удивительные слова. «Столько времени был я с вами, и не узнал ли ты, Филиппе, что я и Отец одно, кто видел Сына, тот видел и Отца». Вот благодаря Филиппу мы с вами получили от Господа этот ответ. И вот Филиппу выпал жребий проповедовать в Малой Азии и Сирии. Начал же он проповедь свою сперва, конечно, в Галилее, творил повсюду там чудеса. В Галилее знаменитый был случай, когда он исцелил умершего младенчика у женщины, у одной. Потом в Греции проповедовал. Кстати, в городе Аждоде проповедовал, древний город Азот. Некоторые из вас уже смотрели экскурсию в нашем клубе «Видеопутешествие Топос» по современному Аждоду, очень интересный город, с древнейшей совершенно историей. Вот там проповедовал по преданию апостол Филипп, и скончался он в Малой Азии, был распят вместе со своим братом-апостолом Варфоломеем. Об апостоле Варфоломее известно очень мало. Его имя Варфоломей, Бартоломай, означает, что он сын Толомая, да, то есть отца звали Толомай. Знаем мы, что проповедовал он в Индии, был также в Персии, Вавилоне, Ассирии, Армении, в современном городе Баку проповедовал он на берегу Каспийского моря. И, как предполагают, там же, возможно, где-то в тех же краях, на берегах Каспийского моря, был он и распят на кресте в 71 году. Вот этот год считается днем его кончины. Дальше говорится в Евангелии у нас об апостоле Матфея и Фоме. Апостол Матфей
Это тот самый Левий Матфей, тот самый мытарь Левий, о котором мы с вами только что недавно говорили. И отцом его был Алфей по преданию. И жил он в Капернауме, так же точно, как Иаков и Иоанн Зеведеевы. Был он человеком очень состоятельным, естественно, да, был сборщиком налогов. После призвания был с апостолами, проповедовал, оставил полностью свое ремесло, свое занятие. И в дальнейшем, после воскресения Христова, проповедовал в Македонии, Сирии и Эфиопии. И вот как раз про Эфиопию очень много в житии Дмитрия Ростовского рассказано, о том, как там были дикие племена людоедов, имеется в виду, может быть, не сама точная Эфиопия, Африка где-то, да, территория Африки. Там он проповедовал одному из вождей, и чудеса многие творил, и был потом там сожжен на костре. Вот так предание говорит. Но после этого были обретены его мощи там, и этот князь обратился ко Христу, и стали они христианами, его народ, его племя. Дальше Фома. Апостол Фома – это особая история, про него можно рассказать очень долго, и мы с вами уже как-то, по-моему, в выпуске блога мы его это делали. Напомним кратко, что апостол Фома, Теома, в переводе «близнец», происходил из города Кесария Филиппова на севере Израиля. Самый сомневающийся апостол, благодаря которому мы с вами обретаем веру, что Христос воскрес с телом, да, вот вместе с Фомой мы это делаем. Именно Фома воскликнул: «Господь мой и Бог мой», исповедовав двойную природу Христа, Бога человеческую, еще до всех вселенских соборов. Фома не был на погребении Божьей Матери, и благодаря нему мы узнали о воскресении Царицы Небесной и так далее. По преданию, апостол Фома погиб в Индии, тоже проповедовал в Индии, был там погиб мученически от множественных стрел. Дальше говорится об апостоле Иакове Алфееве и Симоне, нарицаемом Зелоте. Апостол Иаков Алфеев по преданию был братом евангелиста апостола Матфея. Опять же, о его жизни очень мало известно. Известно, что он сопровождал апостола Андрея Первозванного в Эдессу. Известно, что проповедовал у нас на юге, в частности, в Газе, в городе Газа, где теперь сектор Газа, впоследствии в Египте, и принял мученическую кончину в одном из наших израильских городов, находящихся прямо на границе уже с Египтом, да, вот на самом юге Израиля, на юго-западе. И, как говорит предание, он был распят на кресте, подобно Господу Христу. Святой апостол Симон Кананит, или Симон Зелот, происходил из Каны Галилейской. Его имя Зелот или Кананит означает одно и то же – повстанец, ревнитель. Он был из тех, кто мечтал о свержении римской власти и воцарении Мессии, истинного царя Израилева. И вот Симон и был как раз женихом на том браке в Кане Галилейской. Был он, по преданию, сыном праведного Иосифа от его первой жены Соломеи. После сошествия Духа Святаго на апостолов Симон проповедовал по всей Иудее, проповедовал также в Ливии, в Великобритании, а мученическую кончину принял в Абхазии, неподалеку от Иверской горы. Впоследствии был построен Новоафонский монастырь, и там до сих пор показывают пещеру святого Симона Кананита. Иуда Иаковлев идет следующим. Также в других Евангелиях его называют Иуда не Искариотский, для того, чтобы не путали его с Иудой предателем. Тоже о нем известно мало. Был он в Месопотамии, в Эдессе, где уврачевал царя Авгаря. И после был распят на кресте, пронзен стрелами в городе Арате. Иуда Искариот, муж из Кариота, город такой в Иудее, как предполагают ученые, находящиеся недалеко от Хеврона. И вот этот Иуда, как сказано, он же и был предатель. Видите ли, Иуда был очень распространенное имя, поэтому апостол-евангелист Лука уточняет, и другие апостолы тоже, евангелисты, всегда уточняют: Иуда Иаковлев, Иуда не Искариотский, а этот Иуда Искариотский, который был предателем, да, потому что Иуда было много, имя Иуда было очень-очень распространенным. Иуда был одним из сыновей праотца Иакова, да, поэтому есть территория колена Иудина у нас и так далее. Соответственно, вот
заканчивается перечень апостолов Иудой Искариотским, Иудой из города Кариот. Ну вот, мои дорогие, это все, что я хотела рассказать вам сегодня. Следующая наша встреча состоится в пятницу. Это выпуск моего видеоблога «Святая Земля сегодня», и вас ожидает рассказ о турецком правлении на Святой Земле. Османская империя правила у нас практически 400 лет, так что оставила очень большой след, и много всего интересного вам расскажу и покажу. И у нас на прямой связи будет город Стамбул и Клара Хидырова. Так что не пропустите, будет интереснейший выпуск с Божьей помощью. Всего вам самого доброго, до скорых встреч, до свидания.